Да. Здравствуйте, слушайте, меня зовут брат Малафей. Я свидетель света, мы свидетели братства света. Вы знаете братство света? Ну что такое? Христос говорит, я есть свет, истина и жизнь, и путь. Это христиане, это хорошее дело. Сейчас, секунду, извините, я высморкаюсь. Я свидетель братства света, я могу... Смотрите, мы... Господи, я вижу, вы верите в Бога, в Господа, и я рад, что попал на вас, потому что я знаю, что мы можем найти с вами общий язык. Вот я являюсь... Смотрите. Какая красивая! Можно? Извините, пожалуйста, я поцелую. Можно, можно. Вот списаю в Библию, вот из нее мы все узнаем. Христос есть свет истинный. Я хочу такую же отрастить, как у вас, но у меня пока... Ну, ладно, это не важно. Я являюсь свидетельством брата света. Я брат Малафей. Меня зовут. Слушайте, я могу... Господи, я вижу, вы очень хороший человек. Я хочу спеть вам мантру просветления. Да войдет свет в ваш дом, да воцарит любовь в ваших стенах, да будет свет, да будет любовь, да воцарит свет в ваш дом. Господи, я очень счастлив, что попал на такого человека. Серьезно, вы не понимаете, как сейчас переполняют меня мои эмоции? Фух. Расскажите, вы не хотите стать нашим братом света? У нас только одни плюсы. Хотите, я вам расскажу? Вы в каком городе живете? Мы с Алтайского края, город Барнаул, православные проповедники, сошли в эту чат-рулетку, это место Содома и Гоморры, где столько мерзости. Гоморра, дочь Данаса, да, я знаю. Чтобы людям рассказать о Христе, что Христос умер за наши грехи по Писанию, и грядет судить этот мир. Да, я с вами сказал. Мы верим во святую, единосущную, нераздельную Троицу. Вы наклоняетесь, что-то глотаете там. Нет, извини, пожалуйста, я просто приболел, у меня простуда, насморк. Это наркотики, это дымное, это наркомания. Это наркомания, вы не обманываете меня. Выбросьте это все за пакость эту. У меня ничего нет, я вот камерой могу показать. Ну ладно, нет, не надо, ладно. Не надо, тогда не отвлекайтесь. Извините меня, у меня насморк, я могу вам градусник показать, у меня температура, правда. Ну, ничего не будет, пока поговорим. И с соплями поговорите, ничего не будет, давайте. Знаете, мне не хватает, просто у меня нет ни одного православного, ну, такого, знаете, друга, который верит в Господа нашего. Хорошо, скажите, у вас ручка и бумага есть? Ручка и бумага есть? Ручка и бумага, да, конечно. Запишите, я вам дам адрес свой. Адрес мой. Вы мой, готовы стать свидетелем света? Мой адрес, запишите, чтобы меня найти могли. А то мы расстанемся. Давай. Я не могу найти ручку, Господи. Вы подождите, пожалуйста, умоляю вас. Господи, вас храни. Смотрите. У меня есть все, у меня есть иконы. Так, вот хорошо. Это мои иконы. Хорошо. Я храню, я держусь рядышком. Мои иконы. Я правда верю в Господа нашего. Наш Господь един. Так, пишите. Все, пишите. Во свете Библии. Это наш YouTube. Это молитва, да? Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Как? Игнатий. Лапкин. Игнатий Лапкин. Лапкин. Да, вы меня найдете по этим. Сразу откроется наш YouTube. На YouTube у нас 14 540 роликов. Это то, что вам надо. Точно. Это я искал. Так, слушай, Малафей, слушай внимательно. Там да. мы строим православную деревню, где живут только православные. Но разговариваем, когда докажешь, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый раз с ним разговариваем. Никогда в жизни. Но слушай, слушай дальше. Это грехи. Да. Это грехи. Это нельзя все. Делать. Только смотрите, не отключите, чтобы не прерывалась связь. Там не заденьте мышку. Да, конечно. Вот. Так, теперь, если вы зарядите во свете Библии и напишите сайт,
Вы идете на мой сайт, и на сайте я отвечаю на 4124 вопроса. Я одновременно вел занятия в 5 университетах, во всех отделах милиции, 3 радиопрограммы. Вы найдете все для себя там. 4124 ответа. Ответы основаны на основании Библии, святых отцов, канонов церкви и житий святых. Господи, я не могу поверить, правда, я не могу поверить. Так, слушай, Маппей, если вы зарядите во свете Библии и напишите форум, то на форум у меня 1600 тем. Так, а если войдете в мой мир, там 22 тысячи наших фотографий. Я хочу войти в ваш мир. Вот зайдите и скажите, что мы с вами разговаривали, и там можем даже переписываться. Но лучше по скайпу. По скайпу зарядите Игнатий Лапкин. Я один такой на весь интернет. Игнатий Лапкин, да, во свете Библии. Да, вы там найдете много роликов против меня. Еретики ставят. 220 роликов примерно. Хейтеры. Вы знаете что, у меня вот пришлось за 7,5 месяцев заблокировать 7,5 тысяч людей. Заблокировать. Потому что они матерятся, что попало делают. У меня брат родной, он протоиерей в церкви. Вот вы увидите там, зарядите митрополит, слово митрополит в Ютубе зарядите, увидите, как у нас справлялось брату 40 лет, как в священном сане. И как к нам приехал митрополит наш алтайский, идет служба, он его награждает крестом с украшениями. А вы знаете что-нибудь о братстве света? Ну вот, мы все братство сети состоим, потому что это братство Христа. Да, это правильно. Мы все братья света, мы видим свет, потому что свет, он... Благодаря свету мы живем. Ну, одно из этого, да, конечно, это же... Я не понимаю, почему люди не верят этому? Смотрите, Евангелие от Иоанна мы считаем. Это первая глава и третья. Говорит, делающий свет идет к свету, дабы явно были дела его. Делающий злое не идет к свету, дабы не обрешились дела его. Мы должны, свет это наш путь. Вот это мы сюда в чат-рулетку пришли, зачем? Чтобы мы просим так, Господи, пошли добрых проповедников, христианам, язычникам, мусульманам и буддистам, чтобы рассказали о любви Божией, что Сын Божий Христос умер за нас и всех зовет к покаянию. Я сказал, аминь, Господи. Я так счастлив, что встретил вас, Господи. Я обязательно подпишусь на ваш канал. Обязательно. Честно. У нас посещаемость просмотров 32 миллиона. За один ролик? Нет, роликов 14540. Ничего себе. Ничего себе. А сколько просмотров ролики? Просмотров 32 миллиона. Храни вас, Господь. Храни вас, Господь. Вы делаете невероятное дело для нашего общества. Потому что люди должны знать, кто их Бог. Да. Люди должны что верить. Вот этот разговор наш с вами-то, он будет стоять завтра уже в интернете. На нашем Ютубе зайдете, вы можете увидеть. Честно? Да, я конечно. Стану звездой? Да. Спасибо вам, Господи. У нас спасибо не говорят, а говорят спаси Христос. Спаси Христос. О, правильно. У нас люди все крещены в полное погружение. В полное троекратное погружение в озере. А не так, что за деньги. За деньги нельзя крестить, это симония. Именно, я не понимаю это. За деньги, это... Я просто, серьезно, деньги, я бы их все просто сжег. Нет, они нужны деньги, но только по делу. Вот я начальник детского лагеря. Послушай. Деньги портят людей. Марфи... Вот я тут с вами поспорю. Так, послушайте. Вот Господь, мой Бог, позволил мне создать детский лагерь православный. И я начальник его 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Государство ни рубля не дало. И когда нас государство решили уничтожить там, приехали милиция, полиция, дети на крыше стояли, крыша так маленько наклона над столовой, и у них лозунги были: коммунисты, людоеды, займитесь своей душой. Знаете, да, я бы, честно, я бы вас, вот была бы моя воля, я бы вас вознес к лику святых. Да нет, я грешный человек. Но Господь нас любит. Он же пришел к грешникам, не к праведникам. Да, но не знаю. Ну, честно, вы очень великодушны. Смотрите.
Извините, пожалуйста, секундочку, я Какой красавец. Да. У него есть имя? Это я голубей держу, у меня три голубятни. Две в деревне, одна здесь, и одна в доме. Вот он какой. Это вывелся голубенок здесь, зимой. Вот он как. Ну-ка, помаши крылышкой. Вот он, видишь, сидит как. Какой красавец. Какой красавец. Я его не держу, он сам сидит. Храни тебя, Господь. И вас храни, Господь. О! Господи. Это дружба со светом истины, Господь. Да, мы, братья света. Хотите, Господь, я, правда, просто защитите это за подарок. Я вообще наши мантры, ну, скажем так, не важно, я вам просто хочу спеть мантру. Да воцарит свет ваш дом, да пребудет любовь, да будет свет. Да воцарит свет ваш дом, да будет свет в ваших сердцах. Ну ладно, давайте мы будем прощаться. И Господь да благословит вас. Вы никуда, церкви, православной церкви, никуда не отходите. Вот мы с вами поговорили, вы батюшке пойдите расскажите. И скажи, батюшка может выйти на меня? Да. По скайпу. Да. Я буду вас рекламировать. Я вот в следующем буду говорить людям, чтобы они... Честно, я сейчас иду на ваши... Можно я себе прямо сейчас? Подождите, не сбрасывайте пока. Одну минутку буквально. Я понимаю, вы хотите больше людей просветлить, так сказать. Да, правильно. Показать им серьезно, что есть наш Господь, и кто Он есть, и что Он нам дал. Но я хочу просто найти ваш канал. Можно, пожалуйста? Игнатий Лапкин, правильно? Да. Я пропишусь на вас. Вот знаете, я сейчас... Игнатий Лапкин. Я сейчас буду вам кое-что считать. Да, прочитайте, пожалуйста. А вот посмотрите, что я считаю людям. Вот находясь в этой чат-рулетке, я считаю... Угу. Сейчас я скажу, свет зажгу. Ну, слушай внимательно тогда. Евангелие от Луки, 19 глава. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Что он? Кто он? Но не мог из-за народа, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин“. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов“. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин“. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами“. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему:
Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, берущего не клал и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебро моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною. Сказав это, Иисус пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Леонской, послал двух учеников своих, сказав: пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева и сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда Иисус ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Иисус приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало радость и велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних. И некоторые фарисеи среди народа сказали: учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшие народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Вот я здесь считаю, и кроме того... Это просто изумительно. Так, вы меня извините, пожалуйста. Можно я вас перебью, пожалуйста? Мне правда стыдно. Я просто должен бежать, правда. Извините меня, пожалуйста. Просто я должен просветлять, и я должен искать братьев, наше братство. А потом я считаю, здесь находясь в чате, людям считаю, кто-то слушает Псалом, вот это называется Псалтырь, книга. Да. Псалом, да, Давида, первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, разметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуды горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли.
служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Вот так. Это прекрасно. Это, честно, это произведение... Это наши гнев, это 3000 лет назад было написано. 3000 лет назад, вы себе представить можете? Да. Как велик наш Господь. Это написал Давид, избранник Божий. Это царь, пророк и псалмопевец. Понимаете просто, Бог, кого попало, честно, ну я говорю как есть, кого попало, не изберет просто. И, простите меня, пожалуйста, я еще молод, да, я еще молод, я горячий, но я верую в Христа, я люблю Христа. Христос – это все, что есть у меня. Я его люблю, и это все, что мне нужно. Спасибо вам огромное. Я правда... Вы меня, правда, просветлите, покажите в видео, да? У нас говорят «спаси Христос», «спасибо» не говорят. Христос, да, «спаси Христос». «Спаси вас, Христос». Да. Я вам сказал всю правду, как есть, ничего не добавил. У нас ложь от дьявола считается. Ибо дьявол есть отец лжи. Это 100%. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. 100%. Если хотите, я могу тоже просветлять молодежь. Я считаю, что молодежь сейчас пошла... Вот серьезно, вот проблема нашей молодежи, пошло очень много атеистов. Очень много людей не веруют в Господа. И это неправильно. Потому что, ну как? Это же Господь, и мы должны веровать. И молодежь должна веровать. И молодежь должна учить своих детей веровать в будущем. Это понятно? Просто... Так вы где-то работаете? Да, я работаю. Ну, я работаю сейчас, получается, на почте. Да, вот. Но у меня мечта... Я сейчас живу за границей, я живу сейчас в США. Но тут очень большое русскоговорящее общество, скажем так. И я хожу 5 дней в неделю в украинскую церковь. Да, здесь, ну, украинская церковь. Я уважительно отношусь ко всем, в Украине, к России, ко всем. Вот. Я хожу в украинскую церковь. У нас один Господь, Иисус Христос. Я молюсь Иисусу. И... Я в 92-м году много выступал, по Америке ездил, в 92-м году. Вы? Да, конечно. Я жил в Лос-Анджелесе был. В Вашингтоне, Нью-Йорке, Сакраменто. Я в Чикаго живу. Я здесь кого могу просветляю, но многое молодежь просто... Вы знаете, вот проблема молодежи, многие смеются просто надо мной. Видите? Не нужно это признать. Многие смеются, и что? И пусть смеются. Я верую, и я знаю, что это правильно. Они не веруют, и я знаю, что... Ну, надеюсь, что это к ним придет. Вера. Я гляжу, вы стихи любите? Стихотворение очень люблю. Теперь, очень люблю. Если вы зайдете на мой сайт, во свете Библии сайт, запомните, сайт. Да, там, я записал. Там 38 моих книг, 38 книг, которые вышли. Да вы что? 38 томов по 750 страниц. Слушай дальше. И вы там найдете 4 тома моих стихов по 800 страниц. 3467 стихотворений. Сайт, во свете Библии. Во свете Библии сайт. Там 3467 моих стихотворений по 9 куплетов, кажется. Все про Господа нашего? Про Иисуса? Все там, все, абсолютно все. У каждого стихотворения эпиграф из Библии взятый. Кроме того, там стихотворение есть. В каждом стихотворении 36 строчек, 9 куплетов. 9 и 4, 36. И против каждой строчки место Библии, откуда взята мысль. Да вы что? Пожалуйста, я вас очень прошу. Я серьезно, я просто сейчас начинаю вами восхищаться. Можно у вас попросить, чтобы вы мне сделали сигну? Что сделали? Сигна, это так по-молодежному, но как бы вы просто на бумажечке напишите мое имя напишите. Нет, я не буду записывать, потому что нас уже наказали один раз здесь. В чате ничего нельзя записывать. Они меня заблокировали на целый месяц. Да вы что? Да, блин. Потому что люди спрашивали, как правильно. Я написал во свете Библии, там ничего больше не было написано. И за это меня наказали, сфотографировали. Вы зайдите, смотрите. Я могу
Могу только вас я. Так, у вас близкие есть товарищи-то? Товарищи-то есть? Да, да. Вы соберитесь вместе соберитесь и по скайпу зарядите Игнатий Лапкин. Я один в интернете с этим именем, фамилией. Один. Ага. И вы на меня выйдете, мы с вами побеседуем. Пусть они вопросы подготовят, и я им постараюсь ответить. Хорошо, конечно. Игнатий Лапкин. Да, я записал это уже в скайпе. А у вас есть еще, может, друзья какие-то там, ну, может, Вайбер, Телеграм, что-то такое? Не знаю, где есть. В Америке есть у нас друзья. Сейчас некоторые выезжают, одна сестра выезжает к нам сюда. У нас большая связь. И с этими книгами я решил подарить библиотеке мира книги эти, которые издал. И мы проехали из Барнаула до Владивостока, до порта Находки. А потом забросили границы контейнера и оттуда проехали до Лиссабона, Португалия. Прошли Турцию, прошли Скандинавию, Прибалтику и Север. И я подарил книги на 35 миллионов, 650 городов и сел. В библиотеке Ленина, парламентской, исторической, в Киеве, в Америке, в Сан-Франциско. Я в Сан-Франциско был, послал полный комплект. Спасибо, Христос. Так что вы книги там можете найти. Вот в Вашингтоне, хороший, известный мне, я у него там ночевал, Виктор Потапов, священник. Виктор Потапов, я запишу. Запишите. Виктор Потапов, он радиокомментатор, он по радио «Голосу Америки» всегда передачи давал. Он настоятель в Вашингтоне, там собора какого. Я долго был в Жандарвильском монастыре в Америке. Да вы что? Это честно? Там я выступал с такой темой. Спасибо вам. Спасибо, Христос, за то, что вы мне попались. Честно, я очень счастлив. Я уверен, потому что, ну, я правда знаю, что вам очень редко тоже попадается такая молодежь, которая верует в Христа искренне, всем сердцем. Ну вот, это правда, да? Да. Да, вот, честно, вы идеальный собеседник. Извините, мне просто, я должен людям рассказывать о своем братстве. Мне нужно идти. Правда, но я был так, слушайте, я сказал вам, если на YouTube зайдете, я сегодня ночью постараюсь закачать наш разговор. А там будет такое местописание, там хуже терновника люди и такое. Вы найдете Михея, или же это будет... Как будет называться еще раз? Да, будет называться там, я даже могу это показать. Сейчас никак нельзя мне отойти от вас. Там из пророка Михея написано Михея, глава стих. Что люди хуже терновника колючего. Вот такое. Ну, вы там проверяйте, открывайте, вы меня увидите. Да, да, конечно. Честно, спасибо вам огромное. Спаси Христос. Спасибо, Христос. О, ну все на этом. Все, давайте, мы можем вместе помолиться? Можем, давайте молиться вместе. Я буду молиться, если у вас сердце расположено будет. У нас положено так, 7-кратно в день. 7 молитв совершать, 3 святое, 100 поклонов, и 7 раз в день, чтобы получалось. Да. Но только на 7 минут вас хватит, нет? Да, конечно. А вы будете произносить? Я хочу, чтобы вы... Но потом помолитесь вы, я сейчас молитву закончу, 7 минут примерно. Да, конечно. Боже милостив, будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог, Иегова, Вовочи. Свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который Ты дал мне веру в Тебя, и страх пред Тобою, и ожидание суда Божия. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который Ты дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Господи, Ты дивно хранил нас в этом путешествии. И воздай добром тем, кто помогал нам, принимал Павла, Зинаиду, Владимира, семейство его, ее, Тамару, Людмилу, Надежду, Валентину, Екатерину. Ты всех их знаешь, Господи. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, Ты столько лет хранил меня и защищал от видимых и невидимых опасностей. Я благодарю Бога за Тебя, мой ангел, и прошу Тебя, и впредь не оставь Твоей заботой нас. Прости, Господи, и помилуй. И, добрый ангел, не покинь, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди душу мою навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому дары жилища. Аллилуйя! И укрепи народ Твой, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир Ликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя. Помилуй нас, Боже! Помилуй нас.
молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов Почаевский, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепит нас, да сохранит нас в святой православной вере. А замысли еретиков ничто преврати и разрушь. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник Июния, Киприана Устина, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и да сохранит их от всяческого поругания. Аллилуйя! Слава тебе, Боже, за сей день! И коснись сердца правителей наших, наведи страх на них, и через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Нурсултана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Господи, прими нашу молитву и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати твоей, Господи! Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нас. И врагов помилуй, обрати на путь покаяния. И прими нашу молитву, любящий Отец Небесный, о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой голос Твой. Аминь. Аминь. Давай, молись. Ты хотел молиться? Я хотел с вами помолиться. Ну, давай, молись. У нас в Братстве Света молятся про себя. Хорошо, я буду просто... Фух. Ну, ладно, про себя тогда я тут и ничего не могу сказать, аминь. То у нас так не делается. Если про себя, это я один когда, а если мы двое... Должен... Братцы Света у нас просто про себя. Ну у все, нас... тогда так. Понимаете, Господь общается, мы общаемся с Господом нашими мыслями. Да. Понимаете? Ну вот сейчас в конце молчали, мы про себя молились. Господь и так нас услышит, вы понимаете? Да, конечно. Вот. Поэтому у нас принято молиться про себя. Но вы, если хотите, я могу вам спеть мантру. Нет, вы уже два раза пели, пока не надо. Вы идете, я тоже ухожу. Давайте тогда. Все, счастья вам, удачи, храни вас Господь. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Все, не забывайте, уходите по скайпу с друзьями. Конечно, я хочу позвонить вам по скайпу со своими друзьями. Пообщаться с вами. Мы еще можем помолиться, аминь. Да, вы зайдете, так и напишите, такой-то из Америки. И да, чтобы... конечно, конечно, это Игнатий Лапкин, да, это вы. Да, вот. Спасибо, если Иванов Иван Иванович, то таких 5000 только в Москве. Конечно, а Игнатий Лапкин, я один на весь интернет. Да прибудет свет ваш дом. Храни вас Бог. Слава Богу, все, уходим.